Есть веские основания полагать, что своего человека в Комитете Государственной Думы по охране здоровья у нашего региона больше не будет. Депутат Татьяна Яковлева меняет место работы. Об этом сообщает информационное агентство «Регнум» со ссылкой на собственный источник. По сообщению агентства, Татьяна Яковлева уходит в Министерство здравоохранения и займет там кресло заместителя министра. Документы назначения будут подписаны буквально на днях. Ивановская медицина может только порадоваться таким переменам в карьере Татьяны Яковлевой и понадеяться на дальнейшую поддержку землячки.